Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Купил блок питания на 12 вольт. Стоит 1900 рублей, ну, около 2000 стоит. Вот, компания «Основа», видите. 12 вольт, 1 ампер, он сказал, вот 1 ампер. Вот, там было такое, как петушком, но у меня есть, он уже как бы перестал... Ну, плохо работает. Короче, поэтому я купил вот этот один. Надо было еще один купить. Денег мало. Летом потратил много. Разные розыгрыши проводил. Регистраторы покупал людям. В качестве приза... Ну, набрал я там 2000 подписчиков на этом канале. Вот. Улетел он, блин, дофига, блин. Ну ладно, спасибо за просмотр. Вот такой блок питания на 12 вольт. Написано «Made in China». Я специально такой взял, такой. Они дольше работают. А таким петушком, который работает такой, вот так и таким, я не стал брать. Сейчас надо будет поменять, попробовать. Если подойдет, интересно. Если не подойдет, можно вот это просто обрезать, этот штекер, к старому припаять и все. Я думаю, подойдет. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.